Здорово! Сегодня у нас вышло маленькое, но очень приятное обновление. В общем-то, начнем, конечно же, с того, что нам дают на халяву премку на целых 7 дней. Просто вам нужно зайти до 14 ноября в игру и нажать вот сюда вот. Все. Вам принадлежит премиум подписка со старым гаражом. Старый гараж, я не ошибся. Нам его вернули, переработали, на нем даже можно покататься, смотрите-ка. Я не знаю, я походу сплю, но видите, у нас, ё-моё, старый гараж вернули. Многие хотели этого. Этот гараж, если честно, я бы хотел себе. А его наконец-таки вернули. Можно здесь покататься. Единственное, что могу сказать, здесь нельзя строить полигон. А так, в целом, гараж у нас полностью переработанный. И он такой же, как и был, только с новой графикой. Это очень прикольно. Ну и теперь очень важное изменение. Это, конечно же, хойеры. Теперь их можно ставить во все стороны. И назад, и вперед, и вправо, и влево. Давайте даже протестим. Ну-ка, поехали. Вот, это все работает, это все летает. Можно ехать в рандом кататься. Давайте даже уберем правый и левый ховер. Вот так вот. Все. Можно вот такое что-то строить. В общем-то, изменение важное. Давайте теперь посмотрим, как изменились характеристики ховеров. Ну, давайте посмотрим, что у нас еще тут по ховерам. Переработана физическая и визуальная модель ховеров. Теперь она не только симметрична в обеих вертикальных проекциях, но и заметно более компактна, что поможет созданию более эффективных машин и балансной правки. Прочность снижена с 275 единиц до 193 единиц. Грузоподъемность снижена с 1050 кг до 900 кг. Урон в боковую проекцию ховера теперь увеличивается на 30% вместо 50 ранее. Это, если что, самый крутой ховер. Похуже, который ховер у нас. Икар 4. Теперь ховер можно ставить со всех сторон рамы, как и самый крутой Икар 7. Прочность снижена с 315 до 252 единиц. И урон в боковую проекцию ховера теперь увеличивается на 30% вместо 50% ранее. Ну и, в общем-то, вот такая вот небольшая обнова, но на самом деле важная. Она и приятная, то есть и премку нам дали. А также скажу по секрету, что скоро будут твич-дропсы, поэтому еще будет халявка. В общем-то, много-много всего интересного. Будем, я думаю, на следующем стриме тестить вот эти вот ховеры, ставить их по разному. Ну а пока на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока. Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight, yeah.